По прогнозам Управления по образованию и науке администрации города, к декабрю в Сочи количество детей этого возраста достигнет почти 10 тысяч. Это в 2,5 раза больше, чем в начале года. Сейчас принимаются меры для того, чтобы мест хватило на всех. Управление образования совместно со всеми учреждениями нашли помещения, которые можно переоборудовать под группы детских садов. Закупили мебель, трансформеры и закупаем, продолжаем закупать. Вводим дополнительные ставки воспитателей и таким образом вводим еще 1041 место. Еще 2007 мест должны обеспечить группы кратковременного пребывания. Почти 200 детей останутся в группах семейного воспитания. А для остальных к концу года достроят 3 новых детских сада на 820 мест в Лазаревском, Волковке и Кудепсте. На это выделено 600 миллионов рублей из бюджета края и 60 из городского. А пока родители, чьи дети достигли 3-летнего возраста, но не получили путевки на полный день, могут обратиться в районные отделы управления по образованию и науке с заявлениями на получение путевок на полдня.